Твоя миссия еще не завершена. Ты нужен нам прямо сейчас. Давай, давай, приходи в себя. Отправляйся на новую карту, чтобы исследовать порт. Район военного порта, расположенный в заливе Гвиапас, когда-то был крупнейшей военно-морской базой в Кимоне. Ты так долго ждал новых захватывающих городских боев на улицах. Выполняй задание Родригеса, чтобы открыть новую карту порта раньше всех остальных. Карта средней сложности и открыта для всех вас. Играй на этой карте либо в обычном режиме, либо в режиме зоны изоляции. Время для извлечения. Садись в вертолет. Представляю тебе нового босса Дервина. Дервин будет ждать тебя на карте. Карта может оказаться более рискованной, чем ты изначально предполагал. Давай взглянем на другие карты. На карте Нортриджа первоначальный контрольно-пропускной пункт был расширен до зоны обслуживания лагеря. Смотровая площадка превратилась в станцию канатной дороги. Что касается фермы, то один из сейфов на ферме был перенесен на разрушенный мост. Для тебя есть несколько новых видов оружия. Штурмовые винтовки. ВАН-94 точность сочетается с мощью. Он стреляет патронами калибра 5,45 на 39. В Вейк используются патроны калибра 7,62 на 39. В Эйс-31 используются патроны калибра 7,62 на 39. Скар-Л маневрирует в динамичных условиях с боекомплектом 5,56 на 45. Дробовик DP-12 производит быстрые двойные выстрелы с боекомплектом 12 на 70 патронов. Револьвер М300 обеспечивает мощный удар патронами высокого калибра 7,62 на 54 патрона. Приготовься и испытай на себе мощь этого нового оружия. Приготовься доминировать на арене, где рождаются легенды. После мощного шторма некогда спокойная ферма теперь охвачена яростью природы. Приготовься к резкому изменению визуальных условий на ферме с наступлением густого тумана. Туман дает врагу больше возможностей для скрытного передвижения, что делает его патрулирование на открытой местности более тихим и осторожным. Остерегайся врагов, вооруженных фонариками, но помни, что они могут выставлять на показ ровно столько, сколько освещают. Когда ферму окутывает туман, появляются таинственные отряды, одетые в тыквенные шлемы. Сражайся изо всех сил, чтобы пережить ночь ужаса. Ты можешь использовать тактический фонарик, чтобы улучшить видимость. Его можно прикрепить к лазерному прицелу, который мгновенно осветит темноту. Мы также упростили тебе жизнь. Точки извлечения теперь помечены, чтобы помочь игрокам найти их. Вам нужны предложения по снаряжению с ограниченным бюджетом. Мы позаботимся о тебе. А для тех, кто спешит на рейды, воспользуйтесь купонами на снаряжение, чтобы быстро подготовиться, прежде чем отправиться в темную зону. Различные купоны предлагают разные уровни снаряжения. Но это еще не все. Наши каналы чата теперь поддерживают местные языки, что обеспечивает бесперебойную совместную работу. Отличная работа, игрок. Вы только что ознакомились с основными обновлениями этого захватывающего нового сезона. Для получения дополнительной информации обязательно ознакомьтесь с нашими подробными примечаниями к патчам. Желаю удачи во втором сезоне.